Итак, ребята, всем привет. Мы играем в игру самолеты. Так, что мне тут дадут? Сто гривен. Вот это улет. Вот это зачет. Вот это круто. На, закрыть. И мы сегодня полетаем. Так, и мне даже здесь дают. Так. Yes! Обупить! Как это? Чего? Не понял. Понял. Чё? Не-не-не. Я не понимаю. Я не понял. Я просто не понял. Вот это сбрасывают эти штуки. А я это выбил сейчас. Это вообще законно? Итак, у меня где-то около 6000 что-то. Я думаю, сейчас купить нам большой самолет сегодня купить. Или вот такой. Или вот такой вот. Я больше голосую за этот. Он чуть-чуть меньше стоит. Поэтому, да. Поэтому полетели на моем истребителе. В него 20 человек помещается и погнали. Так, вторая скорость. Давай. Взлетаем. Так, я откуда взлетаю? А, интересно. Так, снижаемся к воде. Этот трюк называется рыбка. Да. Трюк рыбка не удался. Так. Вниз, 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 вниз. Так. И трюк рыбка. Фух. Трюк рыбка выполнен. Теперь и мы также повыполняем задание и полопаем шары. Так, не поняла, что он так медленно разворачивает. Все, полетели. Я не поняла, где? А где воздушные шары? А, вон. Сейчас мы его как подобьем. Так. Сейчас я тебе. Так, акула. Мой план называется. А план акула — это надо уничтожить много-много шаров. Такой у меня план. Так, давай снижаемся. Я вижу жертву. Так. Так. Попробуем направо повернуть. И захватить этот воздушный шар. А теперь мы полетим в долины этой игры. Проверим новые карты. И, конечно же, повыполняем миссии. Так, вон там вот я вижу жертву. Так. Пора его дерзать. Эй, ты сейчас устанешь. Сейчас я тебе вот так вот. Уп! Есть. Есть, есть, есть. А если... Знаете, что я задумал? Да-да, именно это. Снижаемся в небольшой канаву. Так, ниже. Это канава. Ребят, не самое лучшее место. Но все-таки возможно здесь управлять самолетом.
Да-да, вы не ошибаетесь. Я купил истребитель. Так, рекомендую сейчас всем выдвинуть шасси. Мы летим на посадочку. Так, вначале надо выбрать миссию. Так, смотрю на карту. Так, мы полетим к зеленой точке. Все, полетели. Берем курс. Сейчас будем выполнять миссию. Надеюсь, это не корабль, потому что я на корабле. Плохо сейчас сажусь. Так, вот он. Так, это не корабль. Так, все нормально. Это не корабль. Сейчас немного семечки потрускаем. Ого, как много здесь семечек. Итак, начнем их трускать, как бобер ест дерево. Так, минус один. Он. Вау, вау, меня слишком закрутил. Ладно, давайте уже вернемся к посадочке. Нам надо включить первую скорость, чтобы посадить самолет. Точнее, истребитель. Так, выдвинуть тормоза. Так, летим. Так, нормальная скорость. Пока будем лететь, а унизится. Да еще и повороты будут. Блин. Так, внимание, внимание, на посадку летит истребитель. Аккуратненько. Надо нежно-нежно посадить самолет. Мягко, короче. 100 км/ч есть. Было 100 км/ч. Все, садимся. Есть. Готов. Так, миссия. Согласиться. А в меня столько человек не влезет. Короче, погнали. Так, сколько человек не влезет? Так, 4, 16. 16 мне влезет. Погнали. Мы начинаем выполнять миссию. Летим налево. Ох, ёшкин макарошкин. Ушли корабль. Да, только взлетели, уже надо садиться. Так, тормоза готовы? Тормоза наполнены. Сейчас будем приземляться. Даже шасси не успел выдвинуть. Ой, закрыть. Тормоза убрать. Хотя они и так были убраны. Кто их знает. Так, ну скорость вроде бы... Нормально это посадки. Да, идеально. Подбавить газу. Я лучше другой маршрут возьму. Не к этому кораблю, а обратно туда. Пересажу человека обратно туда. За ними прилетит другой самолет. Возьмем другой курс. Да.
посадки. Блин, зачем я это сделал? Теперь я не смогу посадить. Давай, 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 давай. Давай, истребитель, я в тебя верю. Ты хорошо, плавно садись. Давай, покажи свои шины. Так, следим, чтобы у меня было 100 км в час. Это очень хорошая скорость. Есть! Было 100 км в час. Было. Видели? 100 км в час было. Так. Короче, отбой. Отбой миссии. Это называется. Так. Потому что это слишком серьезно садиться на корабль. Тем более еще и на истребители. Так, убираем шасси. И летим в открытый полет. Так, давай, направо, направо, направо. Быстрее, быстрее. Истребитель, ты можешь еще быстрее? Ладно, делаю опасный маневр. Чик. Чик. Все. Опасный маневр, готов опасниться. Так, главное его не пропустить. Если все, я его уже возьму. Так, есть. У меня есть хитрый удар. Называется удар вороны. Сейчас покажу. Хопа! Вниз резко и вверх резко. Есть. И вот такой трюк. Так, а мы сможем туда сесть? Вроде бы сможем. Итак, всем приготовиться. Я сажусь возле этой красотецкой башни. А тут красуется, а я буду рядом красоваться с этой башней. Так, скорость падает. Так, я готов. Я готов. Давай. Давай, стрелять. Покажи всю свою мощь. Есть. Есть. А теперь, ребят, сейчас он остановится. Да ладно. Сразу делаю этот маневр. Этот маневр называется вниз с горы. Ух! Фига себе долбануло. Так, я не понял, меня долбануло или я подскочил? Мне прямо. Ладно, летим наверх. Что рвал? Да, все. Приступаем к трюку рыбка, чтобы набрать скорость. Нам нужна очень хорошая скорость, чтобы хорошо полететь. Готовьтесь, мы сейчас будем лететь полностью над водой. Так, ну конечно, не очень низко. Ох, не следил. Блин. Ладно. Обратный отсчет до посадки. Давайте уже покажу, какие у меня самолеты есть. Блин, не та кнопка. Так, мы еще раз пройдем. Давайте еще раз вот это сделаем. Гонка чешуя-то. Смотрите. Это... У меня есть вот такой, у него 6 человек и небольшой ранг у него. Вот такой, это мой легендарный, пока не появился истребитель.
теперь истребитель у меня самый легендарный. Так, какие у меня тут самолеты еще есть? Так, этот истребитель. Хо-хо, у меня такой же есть, только другим окрасом. Сейчас покажу. О, еще вот такой пожарный. Самолет, в него 40 человек помещается. Сегодня мы купим или вот такой самолет, или вот такой. Так, вот это. Я тебе брюхо тут надул, и все. Так, это... Понял. Один человек тонул. О, у этого уже 300. И вот такой малыш у меня есть. Два человека. Короче, давайте проверим, на что он способен. Вот он и маленький. Ну, есть такая поговорка. Маленький, толдаленький. Так. И к тому же, чем меньше, тем он быстрее. Потому что он меньше весит. И вот и финиш. Наверх штурвал. Финиширую. Есть 500 гривен. Так. Сколько там... Да что, 200 гривен? Фига себе. Ну, я только вот это вот могу пройти. Потому что это сотка. Сотка пер сотка. Угу. Да мне тут еще проходить, проходить. Все? Сдох? Нет, не сдох. Так, давайте обратно. Этот вывел. Вот и мой посвященный вывел. Ну, кто мне скажет, куда я сейчас нажму? Да-да. Я хочу еще раз пройти обучение. Только уже не на этом самолете. Только не на этом обучающем самолете, а на истребителе. Надо пройти обучение. Дэнг. Алло. Да я знаю уже все, что делать. Это все есть у меня. Я погнал. Да у меня это которая скучка. Хопа. Обучение пройдет. 500 гривен. Да-да. Сейчас проверим. Не хватает на тот самолет пассажирский. Че не? Так, вот он. Так, нажимаем. Оля, 1 миллион. Эти 1 миллион там был. Да, мне не хватает. А все почему? Потому что он огромный, а чем больше... тем он дороже. Так, а что там у нас? Я не понимаю, мы где? Ну да, мы здесь. Ну, а вот эта вот локация. Ладно, мы сегодня налетались, повыполняли миссии, полопали шары. И поэтому всем пока.